говоришь, это общежитие медицинского колледжа или чего? Ну, вроде да. Ну, здесь девочки пиздатые, хорошие, вкусные. Ну, здесь не обязательно орловские, насколько я знаю. По балконам лазил сюда? Не, лазил. Ну, это было, ёпта, конец 90-х, наверное. Блять, да. И на какой же ты балкон залазил, блядь? На второй, нет, на третий? Там, сбоку, со стороны залазил, у них там, вот. Представь, там залезть, ёпта, гадно. Представляю, баба спит, такой Витёк залазит к ней, ха-ха, здорово. Тебе, в то время, ёпта, бабы не спали, ёпта, они только и ждали, ёпта. Когда Витёк заберётся. Ну, не обязательно Витёк, но Витёк-то не один был, ёпта, там гусаров. Рота гусаров заскочила из балкона. Ну, охуенно. Нет, ну, все по-доброму, все хорошо. Ну, ни о каком насилии, хуили, ёпта, это ужас. Ну, все понятно. Девочки хотели, ёпта, увидеть городскую пищу, ёпта, деревенские. Нет, в то гораздо больше, ёпта, хотели. В общежитии хлебзавода. Это, блядь, как бы тебя не спиздить, общага, сельхоз какой-то хуйни, ёпта, я не помню уже. Ну, ты понял, о чем я говорю? Да я понял, понял, везде ты, гаденыш, блядь, окунался, блядь. Ну, почему, нет такой. Слушай, Витёк, у меня такое впечатление, что по Орлу у тебя уже детей целая куча. Не, упаси Господь. Нет, ты просто, наверное, не признаешься. Я люблю свой город, ну, безумно. Ну вот, бля, у меня мечта еще раз, наверное, скажу уже, наверное, третий или четвертый раз, а может, десятый, увидеть Питер. Просто увидеть Питер, просто увидеть, сфоткаться и заднюю включить. Ну, я понял тебя. Так я что... очень люблю Кёниг, в нем я был хуй знает сколько раз. Так что, пацаны... Витя хочет в Питер. Витя хочет в Питер. А Витя хочет в Питере выпить. Да, и в Питере он хочет выпить. Нет, я не до такой степени, ёпта, не до хлопоти до этой, ёпта, когда говорит, хочу увидеть кресты, ёпта, хочу увидеть Эрмитаж. Нет. Я просто хочу. Да я понял тебя, просто хочешь выйти. Выйти на набережную. Блять, насрать на эти кресты, на эту уголовщину, блядь. Вот ты представь себе просто, вот, блядь, выходишь ты такой на набережную. Ну мне мама говорит, что... Достаешь чекуху, как саданул глаз. Вообще, лодочки внизу плавают, там, все дела. Минуточку, и тебе за язык никто не тянул. Когда выйду с московского вокзала, приезжаем-то на московский вокзал. Ну да. Прям чекушечку и... Как мне мама рассказывает, вот он Невский проспект. Да, да, все дела. Вот. Просто один день побыть. Витя купил себе винчик. Фреш-бар. Фу, блядь, вонючий, блядь. Что он такой вонючий? Нет, ну а по-твоему должно, ёпта, Кристиан Диор, ёпта, блядь, вонять. Самохонка чем еще должна вонять-то, блядь? Ну, бывает поприличнее. Поприличнее это как, ёпта? Лобком кошачьим, ёпта? Нет, в смысле, дистиллят там, блядь, вон Кеша гонит, тот не воняет вообще. Ребят... Кеша сам не воняет, или самогонка? Самогонка его не воняет. Ребята вот меня с Москвы угощали, 3-литровую банку прислали, называется «Полугар». Блин, пьется вообще мягко, даже не чувствуется, что это самогон. А я считаю, самогонка, она и должна вонять, потому что она самогонка. Водка воняет? Воняет. И самогонка должна вонять. Люблю и уважаю, пацаны. Дай Бог вам здоровья, вам и вашим близким, извините.